Камера. Экшн. Всем привет! С вами Нюша. Мы сейчас находимся в пустыне, где я снимаю свое новое видео на песню «Ночь». Сюжет песни – один из самых классических вариантов. Это пустыня, два влюбленных, машина, дорога. Ну и, конечно же, самое главное – это чувство, которое возникает между ними. Это песня о любви и о необычном преображении двух людей, когда они любят друг друга. Ко мне пришел шейх. В этом клипе мы хотим раскрыть понятие «любовь» на каком-то таком очень-очень простом примере. То есть, когда, ну, часто используют слово, когда между людьми проскочила искра. Вот мы эту искру визуализируем и получаем такую некую очень живую историю, которая отражает вот это состояние людей, влюбленности, вот этих первых взглядов, первых прикосновений. Одним из важных моментов этой истории для меня является донесение того, что любовь, она должна быть свободной. Человек либо хочет с тобой быть, либо не хочет, его нельзя ограничивать какими-то рамками. И вот здесь мы переводим это на какой-то бытовой пример, когда герой пытается эту любовь замкнуть просто в чашке для коктейля. Они светлячка ловят поначалу. Внимание! Ready to shoot? Камера! Вообще, когда чуть-чуть общее, возьми, пожалуйста, мне нужно, чтобы была траектория. Move around, he's flying around you. Yeah, yeah. Let's try to catch him, where to go? Grab the glass. Быстрее, быстрее. Run. Yeah. Cool, cool, great. And jumping. О, так, да, отлично, молодцы. Yeah, smile. Отходим. Куда, молодец, вот, молодец. Круто, умница. Но в этом состоянии, когда любовь чем-то ограничена, когда ее сдерживают, она понемногу умирает. И мы хотим вот донести, что когда ты ее отпускаешь, когда ты ей даешь волю, она раскрывается с куда большим количеством граней, куда сильнее становится, интереснее и ведет тебя вперед. Ты ведом этим чувством, и любые преграды не помеха, и финальная цель намного интереснее. Любовь всегда должна быть на свободе, она должна дышать, у нее должно быть пространство. И, конечно, не буду раскрывать всех секретов, вы потом сами все увидите. Сейчас как бы в пустыне убираются. Да, собственно говоря, режиссер и оператор решили прибраться, потому что мы устроили тут беспорядок. Я вот чье-то чужое кольцо надел. Приехал актер, то ли жена, то ли это, короче, решили... Кольцо, в общем, забрали. Серега, чего мы стоим? Что это не будешь портить? Back one! Мы хотим делать очень красивые кадры, самое главное, атмосферные, чтобы передать настроение и показать всю красоту места, где мы находимся. В твоих глазах музыка, а в зубах мои нервы. Я так хочу падать в облака, эту нежность дал мне ты. Тело мое неспокойно, дело тут не только в ритме. Я хочу, чтоб было круто вместе нам. Эту ночь, знаю, тебе помог со мной. Я чужие мысли прочь, если хочешь, я знаю, как тебе помочь. Вот эта ночь, знаю, как тебе помочь. Эту ночь.
Всем спасибо, съемка окончена!